На встречу с учениками пришли глава города Андрей Шубин, ветеран вооруженных сил подполковник в отставке Владимир Исаев, ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Кононенко, военный комиссар города Сергей Сибелев и председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова. Уроки мужества для будущих защитников Родины – это прежде всего занятия для воспитания патриотизма и дань памяти героям ушедших войн. Гости пообщались со школьниками и дали несколько советов на будущее. Хочу сказать, что служба, она нужна. И мы не только обязаны, но и должны служить наши дети, внуки, правнуки, для того, чтобы быть достойными защитниками нашего города, семьи, страны. Порог военкомата, как я давно говорю, для вас всегда открыт. Любые вопросы, любые предложения. Потому что есть такая профессия Родину защищать, она обязана быть. Это неотъемлемо от нашего менталитета российского. Поэтому будущее нашей России в ваших руках. И желаю, конечно, самое главное, мирного неба. Во всех школах Десногорска серьезно относятся к гражданско-патриотическому воспитанию и уже с начальных классов прививают любовь к родине, потому что каждый мальчик должен понимать и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою страну. Для этого и проводятся такие мероприятия. Русский парень от боли не стонет, русский парень.